Здравствуйте. 28 августа, 26 лунный день в созвездии Одиан с элементом дерева. День высших сил, благоприятный в размышлении, медитации, обращаться к учителям, наставникам, Буддам, Бодхисаттвам, духовной просветительской деятельности, почитание домашнего очага, ритуалов с огнем, исполнение желаемого, почитание хозяев местности, радовать людей, проведение праздников, сажать дерево, устанавливать фундамент, работы с землей, работы на дому, процедуре очищения. Ребенок родился в этот день, будь творчески, духовно богатым, без стремлений к наживе, способный ясно взять все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. День неблагоприятен. Проводить операции, кровопускание, укалывание, дальнюю дорогу, ставить ребенка на ноги, рубить дерево, принимать обеты. Стрижка волос к стабильному счастью. Благоприятен для людей, родившихся год, собаки, тигры. Неблагоприятен годам, зайцы, курицы, мыши. И логин с концом чудовани хоров. Таун харюлга, на верхней березке дым. Дымкар хоров, гумбок мырцкую сыны. Диважен дуани, а чего они сумели. Будьте щедрыми.